В Казахстане вдвое вырастут штрафы за нарушение правил дорожного движения. Изменения были внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Соответствующий закон уже опубликован в официальной прессе. В действие документ вступит с 30 апреля. Поправки в закон увеличили штрафы за самые распространенные правонарушения. Превышение скорости, остановку в неположенном месте, разворот в запрещенном месте, создание затора на перекрестке. Вместо прежних 5 МРП, это около 9 тысяч тенге, нарушителям придется выложить 10 МРП. Это 18,5 тысяч тенге. Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или отказ от медицинского освидетельствования влечет наказание в виде 3 лет лишения водительских прав. Выезд на встречную полосу движения вместо штрафа в 15 МРП наказывается лишением прав на год. За последние несколько лет это уже будет второе повышение штрафов. И, как показывает практика, именно ужесточение мер касаемо административного характера, именно увеличение штрафов, оно все-таки немного сдерживает наших водителей, потому что чем жестче меры, скажем, чем сильнее бьет по карману, тем все-таки более водитель становится дисциплинированный, ответственный. Только за почти прошедшие 4 месяца на территории нашей области было составлено почти 17 тысяч административных протоколов на общую сумму 128 миллионов тенге. Но из них взыскана только половина. Водители считают, что увеличение штрафов не отразится на количестве правонарушений. Люди считают, что это может привести к коррупционным правонарушениям. Повышение штрафа, это, по-моему, нарушителей больно-то не остановит, потому что нарушителями являются это те водители, те, которые уже чувствуют за собой какую-то безответственность. Если инспектор ГАИ останавливает машину за нарушение, все берутся за телефон и звонят кому-то, правильно? И все, и с этим все как бы ясно. За то, что не пристегнутый ремень был, вот, это очень, вообще, 9 тысяч. Штраф. Это какой штраф за то, что не пристегнутый ремень? А если сейчас-то добавят еще, то что, вообще нам можно машину поставить и ходить пешком, что ли? Или как нам добираться с Серебрякова? На один штраф только можно работать. Так или иначе, уральским водителям придется привыкать к интеллектуальным перекресткам, скоростимерам и новым штрафам. Роман Копняев, Айбулат Джигапар, Александр Грабарев, ТДК-42.